Для того, чтобы твое выступление было интересным, красочным и нравилось зрителям, нужно постоянно развивать свой словарный запас. Развивать его можно очень классным упражнением. Например, когда ты читаешь какой-то текст и встречаешь хотя бы чуть-чуть непонятое слово, ты можешь найти его в словаре, узнать его дефиницию, то есть значение, и обязательно составить с ним три предложения. То есть, если ты встречаешь, например, слово, допустим, дефиниция, та же самая, находи его в Гугле, в Википедии, лучше воспользоваться словарем Ожегова. Далее ты выписываешь, либо же внимательно читаешь, что означает это слово, а после этого составляешь предложение, например, «Я не знал, что такое дефиниция», или «Дефиниция слова помогла мне понять текст», или «Когда дефиниция слова неизвестна, непонятно, о чем я читаю». То есть это должны быть предложения, которые ты составил самостоятельно и которые по логическому составу были бы идеально подходящими в контексте. Делай, пробуй и пиши в комментариях, как у тебя это получается.